Всем привет! Долго подключения ждать не буду. Начнем работать, а девчонки пока присоединятся. Ну, как всегда, моделирование фастгелем. Да, на этой странице я не выхожу с другими материалами. Тем более, что у меня другой фирмы просто нет. Да, сейчас мы моделируем ногтевое ложе. Фаст 404. По натуральной ногтевой пластине и по форме подложка сделана. Клер номер 5. Что-то это как-то много взяла материала. Сегодня речь не про кисточку, хотя да, у меня кисточка оригинал, наши новые в работе. Сегодня я вам покажу новинки, которые у нас поступили в продажу буквально вчера. Вчера воскресенье, да, я получила посылочку с новым материалом, с очень красивыми витражами и еще одной новинкой. У нас замена цвета. Фастгель 44 стал совершенно другим. Секунду, сделаю потише, а то Мэри Поппинс что-то очень громко разговаривает. Хорошо прорабатываем в зоне кутикулы и боковых. Материал нужно прижать. И подбиваем наше ногтевое ложе и линию улыбки. Мне сегодня так близко телефон. Прям перед глазами. Мне приходится отвлекаться, отодвигаясь даже от телефона. Девчонки, видели в сторис новинки? Кто-то видел или пропустили? Смотрю, где еще выровнять, да? Кто на себе моделирует, знает, да, что себе, когда делаешь, кажется, ровненько, переворачиваешь ручку, смотришь, оп, а центр убежал куда-то. Ну все. Готово. Полимеризуем в лампе 1 минуту. Фасты сохнут за 1 минуту в высоту. В лампах, ну, на данном случае, в этапе у меня вот такая ободи. Ободи, сальваны. Ну, все знают уже про них. Вот, и что я... Ой, простите, потревожила вас. Что сегодня показать? То есть новинка поступила в продажу. Он уже есть, на сайт еще не добавила, но в продаже они уже есть. Фаст 44, замена цвета. Он такой полупрозрачный, с хлопьями. Хлопья вообще голографические, обалденные. Кстати, уже 4 пальца себе на этой руке сделала. Сейчас покажу поближе.
И еще один у нас витражик, 21-й. 20-й тоже покажу чуть попозже. Он голубого цвета, видите, да, на бортике. У меня рука сейчас занята, я вам все покажу. Будем выкладывать, увидите. То есть вот они голубые уже с фастом и перекрытые витражом 21-м. Так, да, сушиваем еще. И вот так его вам. Поймает фокус, но вряд ли не. Не хочет ловить. Я вас сниму с пьедестала. Постараюсь, чтобы он сфокусировался. Не. Это есть-то, господи. Вот там куча-куча хлопьев юки. Знаете, да, что у нас еще и топ такой же есть. С такими же хлопьями. Вот, красавчик. Красавчик для дизайнов просто нереальный. Так, закрываем баночки. Сейчас мне нужно опилить ногтевое ложе. Берем пилку и опиливаем ногтевое ложе. Придаем четкость нашему бортику. Не убежала вроде, не убежала. Периодически смотрю, чтобы я не убежала из кадра. Опилили, пыль стряхнули, и сейчас нам нужно прокрасить. Прокрашиваю синим цветом, он такой неяркий, можно голубым, можно каким хотите. А, в принципе, знаете, что еще? Что еще сделала? Оп. Простите, девочки, я куда-то нажала. Такая пришла еще идея, что вот этим вот фастом 44-м новым, да, можно прокрасить бортик, сделать растяжку, прокрасить подложку витражом и потом просто выложить вот этот фаст. Так как он полупрозрачный, то у вас цвет будет виден. То есть можно как затонировать его. Можно сверху, как я сегодня буду делать витражом, а можно вниз, снизу, под ним. И растушевываем. Так как материал полупрозрачный, растушевка нужна обязательно. Угу. Ну и все, сушим нашу красочку.
Посушили. Так, думаю, хватит. Если не хватит, добавим. И делаем тоненькую подложечку. Не хватило. Не хватило. Добавляем немножко. Приветики. Всем приветики, кто пришел после подключения. Кстати, удобная штука, да, уже никаких юки сыпать не надо, пылик сыпать не надо, уже готовый такой материал. И кучу-кучу дизайнов можно с ним придумать. А, как-то помню, выставила пост с полигелем, и в полигель были вмешаны перламутр. Пигмент перламутровый. И девчонки стали писать, вот бы такой полигель появился, чтобы не надо было замешивать, да, там, или тратить время на пигментацию. Вот. Вот тут у нас теперь такое есть. Вот она, такая подложечка у нас получилась, блестящая. Теперь мы ее полимеризуем. Тоже там буквально, наверное, секунд 5-10. Ну, примерно 10 секунд. И подожмем. Поджимаем, прекрасно жмется. Так как он прозрачный, сохнет моментально. Вот. И теперь голубой витраж. Новенький у нас, 21-й. У нас 4-й витраж синий, он ультрамарин. Такой прям насыщенный-насыщенный. А этот голубой. Голубой, где-то даже чуть-чуть бирюзовенький, что ли. Ну, прикольный цвет, очень красивый. У меня причем еще такое сочетание вот этой краски, которая обводила бортик, и этого голубого витража получается такой переход цветов. Мне аж понравилось. Кстати, я с таким цветом не помню, когда ходила. Очень давно. Но с синим, опять же, не с таким светлым. Бортика побольше, во всю высоту, и кончику растягиваем. Кто пользовался нашими витражами, знаете, да, уже, что они такие у нас густые, они не текут, не надо никуда торопиться, можно выложить их очень аккуратно. Вот. Выложили. И теперь сушим наш витраж. А перекрывать уже свободный край полностью я буду прозрачкой. Прозрачным нашим гелем номер 5. Ах, что-то прилипло ко мне.
Все, витраж просох. Клер пятый. Клер пятый жидкий. Видите, да, какой цвет? И перекрываем уже на сам кончик, добавляем высоты. У бортика у меня высоты достаточно. Единственное, что я все равно растягиваю прозрачку, чтобы она плавнее у меня распределилась. Переворачиваю, даю материалу сцентроваться. Ну, вот и все. И уже досушиваем до конца. Ну, в пределах где-то 1,5-2 минут. Нам даже 1-1,5 минуты достаточно, потому что витраж уже заполимеризованный. Фаст заполимеризованный. Сейчас у меня высохнет ноготок, я вам покажу еще витраж 20-й. Вот это что-то сказочно нереальное. Я пыталась его вчера отфотографировать. Не передает ни фото, ни видео той красоты, которая есть на самом деле в банке. Приходится сидеть, ждать, пока все просохнет. Девчонки, есть какие-то вопросы по материалам? Так уже делаем. Уже сделали. Уже готов. Посмотрите эфир сначала. У нас в работе новинки. Завтра, я думаю, переделаю все-таки себе эту правую руку, потому что уже глаза не глядят. Это ужас. Ну, вот он готовый. Вот он готовый. Давайте я вам покажу еще раз, чем мы работали. Да? Наша новинка. 21-й витраж. Голубой. Так, как бы тебя показать, красавец? Давайте, наверное. Да, 44-й фаст. У нас замена цвета. У нас давно его нет в продаже. Вот он, голубенький. Это 21-й витраж. Видите, да, что у нас витражи не текучие, они густые. И выкладка ими очень удобная. Не надо никуда торопиться. Сидите себе, работаете в свое удовольствие. То есть 21-й – это витраж. 44-й – это новый фаст. Так, витражик. Вот он. Я даже, знаете, могу сейчас сходить в соседнее помещение. Может быть, поймаем солнышко. Сегодня оно, кстати, светит. Да-да-да. Может быть, и поймаем. Блестюкает. Вот он какой. То есть он полупрозрачный и куча-куча хлопьев юки в нем. Вот, 44-й фаст. Да, крутой очень. И сейчас, кстати, пока еще солнце светит, я возьму... Мне простите, я с вами бегаю тут по студии. 20-й витраж. И мы пойдем тоже на солнышке его посмотрим. Я надеюсь, будет видно. Не-а.
Вот его-то и не видно. Что там творится внутри этой баночки? Там что-то нереальное. Так, сейчас, секунду. У меня такого эфира еще не было, чтобы я бегала по студии с банками. Сейчас я его попробую перемешать, чтобы хоть как-то... Вот он. Видите, там тоже хлопья юки, и там еще блестки. И блестки на солнце горят разными-разными цветами. Вот такой бордовый этот цвет. Бордовый. То есть по бортику видно оттенок витража самого. Ну что, побежали к солнышку. Может быть, увидим. Но знаете, когда мне вот такие с блеском, можно заплакать, потому что вот эта наша камера ничего не передает. Но он просто, просто нереально красивый. Весь. Вот смотрите, да, какой блеск у него идет, и без всяких спецэффектов, просто солнце. Вот. Завтра буду делать им себе ногти на правой руке. Должны быть красивые. Играю. Да, ну слава богу, что вы увидели, я очень рада. То есть надо быть мастером маникюра, да, чтобы понять, как может блестеть материал и как нас подводят вот эти камеры, когда не передает именно оттенков и блеска. Так, баночки я закрою, чтобы они не запачкались внутри нашего материала. Девчонки, в воскресенье поступили еще кисти наши от Original. Такие вот с серым ворсом. Очень такие упругие, классные. Они еще есть. 8 штучек осталось. Осталось всего 8 штучек. И все. Так, это мы все закрываем. Чтобы не запылить. И я вас немножко отодвину. Вот, ну что, пилим. Девочки, если кому-то понравились витражи, да, и 44-й фаст, то по заказу, пожалуйста, напишите в личку, потому что на сайте пока нету. Этих позиций будут. А, кстати, кто был в эфире? У нас появился... Давайте-ка я не буду сейчас пилить. Все забываю про него тоже сказать. Я фотографировать некуда. У нас появился блейд. Кто меня слышал в прошлом эфире? Я говорила, что делала солонку. У нас появился в продаже гель. Очень жидкий и очень жесткий. Такой, который, знаете как, когда вы делаете солонку, его выложить можно в очень-очень тонкий слой, в технике без опила. Про ворс не поняла. Есть эфиры, посмотрите в IGTV, там все сохранено, и обзоры по материалам есть, и с левелом есть, и с ассистентом есть, все есть. Вот, я сейчас про блейд. Отфоткаю, 100% тоже скину и на сайт, и в ленту. Блейд вот в таких вот флаконах, как топы наши, как базы. И он прозрачный, и камуфляж. Так, как бы мне тебя открыть? Не могу. Это у нас камуфляжик. Цвет такой, он не насыщенный,
пигментация у него не сильная, но перекрывает он хорошо. Здесь особо просвечивать не будет. Работаете в технике, вот как гель-лаковая техника, да, тонким слоем промазали и сделали выкладку на готовность без опила. Но Блейд — это жесткий гель и прозрачный, соответственно. Ну, прозрачный — показывать прозрачность. Вот он. Видите, тянется. Блейды в продаже тоже есть по 15 мл. Будет пост и про Блейд, и про новинки еще в ленте будут посты. Вот. А то, что у нас получилось сегодня в эфире, вот можно посмотреть наглядно. Уже готовые. Ну, поближе покажу. Вот они блестят. Вот этот мы опилим, будет тоже красавчик. Нежненькие, классненькие, быстренько. Смотрите по левелу эфир про левел. Да, вам надо просто зайти в IGTV и посмотреть. Потому что есть где-то, что я делала бортик фастом и достраивала левелом. Есть эфир, где я делала... Это для моделирования, для салонного моделирования. Я говорю, что работать можно как в гель-лаковой технике, как вы работаете с базами. То есть принцип работы, как работа с базами. Но это Блейд, это гель. Вот, про эфиры. Эфиры или на этой странице, или на странице Nail Тверь Светлана. Если не можете найти, напишите тоже в директ, я скину ссылку на свою вторую страницу. Там тоже куча эфиров по материалам, также по работе. Еще вопросы есть по материалам, девочки? Да, он только по 15 миллилитров. Это знаете, когда вы там сделали очень тоненькую подложку и достроили блейдом, во-первых, это быстро, он выравнивается очень быстро, быстрее, чем ассистент, если вы ассистентом работали. Когда в салонном моделировании вы имеете в виду ноготь свой выпиливать, в салонном моделировании, конечно, зачем его оставлять? Зачем он там нужен? Если у вас клюют, да вообще в любом случае ноготь родной выпиливается. Попилю чуть-чуть. Подложку прозрачную. Нет, у нас клюр 5 есть. Хотя можете сделать, но имейте в виду, что он такой жесткий. Ну да. Он и создан для укрепления. То есть укрепление вы все равно делаете тонким слоем. Вот и сразу этим материалом мы сделали тоненько-тоненько. Промазали, не полимеризуете. Взяли каплю и уже достроили архитектуру. У меня, кстати, клиентки, которые первые я делала таким материалом, вот тестировала, она у меня немножко переходила. Получилось у нас, да, 5 недель. И все, пришел человек, ни одной отслойки, ни одного слома, вообще ничего. Как новенькие. Девчули, не молчите. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Мне дико неудобно пилить в эфире, поэтому если нет вопросов, я пойду допилю уже себе этот ноготь спокойно.
А, знаете, что еще хотела сказать? Кто делает постоянно заказы, да, все знают, что я стараюсь отправить день в день или на следующее утро всегда отправки. Если вы, к примеру, там до 6 часов оплатили свой заказ, он на следующий день утром будет отправлен. Если оплатили уже там в 11 ночи, извините, я дома, я тоже человек, я уже не работаю. Вот, отправляла я заказы и в субботу, и в воскресенье в том числе, хотя воскресенье у меня выходной. Сейчас еще неделька, все растает, в выходные больше отправок не будет. Я просто физически не смогу подъехать к нашему почтовому отделению. Там кошмар, что творится по выходным. Там детский музыкальный какой-то кружок, и родители привозят своих деток к 9 утра, и там целый день. То есть почта работает до 2 у нас максимум. И в субботу, и в воскресенье. В субботу попозже, да, в воскресенье до 2. Но туда ни в субботу, ни в воскресенье просто не подъехать. Это жуть какая-то. Сейчас зимой еще нормально, там газон замерз. И все мы паркуемся на газоне. Такие, да, плохие товарищи. Вот, но скоро это закончится. Так по будням отправки каждый день. То есть имейте в виду, когда делаете заказы. Выложу еще пост. Надеюсь, увидят все, что отправок не будет в выходные дни. Заказы приниматься будут, но отправок не будет. Я убежала с кадра, простите, но мне нужна опора. Тишина, да, никому. Никто ничего не хочет. Знать. Ну все, тогда раз у вас вопросов больше ко мне нет. Я, пожалуй, пойду. Допилю ноготь уже по-человечески и покрою топом. Все, пока-пока.